нашу передачу из Буэнос-Айреса, из зала, где сегодня, 29 ноября 1927 года, может решиться судьба шахматной короны мира. 2,5 месяца длится неповторимая схватка двух шахматных гигантов, чемпиона мира гениального Хосе Капабланки и Александра Алехина. Игранная вчера 34-я партия матча отложена. Зрители с нетерпением ждут доигрывания. Выигрыш этой партии приносит русскому звание чемпиона мира. Все предвещает победу Алехина. У него 2 лишние пешки. Но вдруг произойдет чудо, и Капабланка найдет спасение. Тогда вновь борьба, вновь неопределенность. Аргентинцы переполнили этот роскошный зал. Все с нетерпением ждут Капабланку. Много женщин. Красавец Хосе Рауль их кумир. Шахматный мир называл его непобедимым. Каждый проигрыш в карьере Капабланки считался событием необычайным. Господи, шнурки. Когда настойчивый русский вызвал кубинца на матч, многие усмехались. Как можно выиграть у шахматного автомата 6 партий, необходимых для общей победы в матче? Этот молчаливый русский, стройный блондин с мягкими волосами и голубыми глазами, настойчиво и упорно шел к цели. 6 лет побеждал он в турнирах, ошеломляя мир рекордными сеансами одновременной игры. Здесь, в Буэнос-Айресе, Алехин завоевал наши сердца. Какие удивительные стратегические комбинации проводил он! Какими фейерверками блистали его фантастические замыслы! Но что это? Кто посмел нарушить тишину матчевого зала? Посыльный? Главный судья останавливает часы. Вот он, долгожданный момент. Капабланка письменно признал свое поражение. Браво Александру Алехину! Да здравствует новый шахматный король! Весть о его блестящей победе разнесут по всему свету телеграфные агентства, радио. Завтра его портреты напечатают все газеты мира. Итак, имя нового чемпиона — Александр Алехин. Надя! Надя! Саша! Саша, что написал Капабланка? Да и партию желаю вам счастья в звании чемпиона мира. Благодарю вас. Мои поздравления вашей супруге. Капабланка! Ой, господа. Саша! Господа, грация. Грация, сеньора. Осторожно, Саша! Саша, очки! Сеньора, благодарю вас. Спасибо. Надя! Саша, я не могу... Надя! Простите. Надя. Благодарю вас. Так, телеграмму Алехину в Буэнос-Айрес отправили за вашей подписью. Григорьева, Ильина Женевского. Ответа не последовало. А где он сейчас? В Барселоне. Вот и отправьте телеграмму в Барселону. Где и как встретим Алехина? Встретим здесь, в Доме Союзов, достойно. Встречает. Да. Я не понимаю, Саша. Как ты можешь смеяться? Саша!
Саша! Аргентинцы мои приехали! Да я знаю! Валечка, Эм, это к счастью. Спасибо, осторожно. А мы так волновались. Надежда. Валя. Спасибо, родной. Спасибо. Поздравляю тебя, Саша, с победой. Рад за тебя. Держались. От всей души рад. Ну, гордость моя российская. Париж встречает королеву с солнцем. Пожалуйте, королева, в экипаж. Пожалуйте. Прошу. Господа, а кто эта женщина? Да. Грейс Уисхард. Сенсация века. Да. Благодарю. Вдова вице-губернатора Марокко. Прибыла сюда на выставку. Собачек. Гостей принимать — это одно дело. А мы тут не гости, мы в Париже надоевшие постояльцы. Странно. Я не ожидала, что Париж так скромно встретит чемпиона. Саша, Саша, ты помнишь гимназию, карикатуру? Молодой Саша Алехин догоняет убегающую шахматную корону, а? Помнишь? Да-да, помню. Так это ты нарисовал? Ну. И все-таки странно. В Аргентине Сашу пронесли на руках по всему городу. В Барселоне нам устроили королевский прием. 3000 испанцев чествовали нас. А здесь скромно. Я бы сказал, сдержанно. И это закономерно. Они не могут простить Саше, что он чемпион советской России. А в Москве должна быть снег валит, хлопья. Хватит об этом. Прошу. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Я поговорю в наркоминделе с Караханом, ты получишь выездную визу сроком на 5 лет для подготовки к матчу за звание чемпиона мира. Это что? А это шахматы Чигорина. Да? Пусть они будут всегда с тобой, как частица Родины. Спасибо. Да, Короленко. Вот как. Иду. Верим, вернешься. Чемпионом встречать тебя будет вся страна. Ты что, Саша? Устал я, Валя. Терпи, Саша, терпи. Дорогие мои милые и хорошие друзья, Надя и Саша, пора вам забыть ваши аргентинские муки. В субботу русские шахматисты устраивают в вашу честь грандиозный банкет. Вот тут уж будут все русские люди. Входной билет стоит 25 франков. Одни русские. Саша, от тебя будут требовать политической речи. Александр Иванович, я чемпион. Мое дело играть в шахматы, а не заниматься политикой. На полдороги странствия земного я заблудился в сумрачном лесу. Ну что же, на балу будем только танцевать. Я приглашаю вас на вальс, белоснежная королева. Александр Иванович. Я тоже приглашаю вас на вальс. И я. Ригори, моя звезда, звезда любви приветная. Наденька, а ведь прошло уже 3 года, как мы с тобой впервые познакомились в этой аллее. Посмотри, Саш, как красиво. Да. Королеве, поздравляю. Валя, поздравляю. Валечка, спасибо, Саша. Родной. Алекс Алёхин, господа,
Я не скрою от вас, что я был поклонником техники Хосе Рауль Капабланки. Но на смену техники пришла поэзия неизведанного, стихия комбинационных бурь. За ваш неувидаемый талант гения примите наш скромный дар от шахматистов Франции. Господа, позвольте мне. Для нас каждый успех русского, не пожелавшего сотрудничать с советами, событие. Тем более такой мировой успех, которого достиг Александр Алехин. Алехин поднял на новую высоту знамя русской миграции, доказывая еще раз, что все яркое, талантливая, не желает сотрудничать с большевиками. Браво, браво! Шаляпин, Сикорский, браво, браво. Бунин, Алёшкин, Рахманинов, наш дорогой Александр Иванович Куприн. Прости меня, Александр Александрович, подарить мне тебе нечего, не пишется. Мой кот Ю-Ю сидит на рукописях, мурлычет и презирает меня. За что? Хочешь, я тебе котенка подарю? Примешь? Приму, с удовольствием. Мы тут говорим, что революция славу России выплеснула за границу. Чепуха. Моя слава русская. А мы тут живем среди чужого человеческого моря. И никто мою славу не выплескивал. Она там, а я тут. Ну, а ты что надумал, Саша? В Америку поедешь или в Москву вернешься? Александр Иванович, в стране, где шахматными фигурками топили буржуйки, мне как шахматисту делать нечего. Я должен играть. Русскому чемпиону! Чемпиону мира Александру Алехину слава! Мне кажется, что тебе уже пора выступить. Ты думаешь? Да. Господин президент Французской шахматной федерации, милостивейшие государыни и государи, я с большим волнением выслушал ваши слова, высказанные в мой адрес. Многие из вас, поздравляя меня, просили поделиться секретом этого успеха. Он очень прост, господа. Для того, чтобы победить противника, необходимо прежде всего изучить слабости и достоинства своего противника. И второе. Необходимо изучить и самого себя. И третье, и, наверное, это самое главное, необходимо подчинить свои личные интересы высшей идее. И этой вдохновляющей высшей идеей была для меня идея разрушить легенду о непобедимости Капабланки. Ныне, господа, эта легенда рухнула. Прекрасно. Поздравляю вас. Так пусть рухнет легенда о непобедимости кошмара, окутавшего нашу родину. Выпьем, господа, за гибель фантасмагории, царящей сейчас в России. Браво! Браво! Оркестр! Вальс! Надин, разрешите? Очаровательно. Вот такой я вас люблю, поверьте. Перестаньте, мальчик. Нет, правда, Надин.
Вы опасно очаровательны, опасно, королева бала. Фактов мало. Нужно включить. Кремль разрушен. Массовые порки крестьян, нашествие крыс на голодную Москву. Простите, вы не подскажете, где заливной? Где этот негодяй? Да, да. Да, звонили. Ваш материал опубликуем. Да, да. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Где? Где этот заливной? Ах, вот он. Я обращаюсь к вам. Ваш репортер заливной исказил мою речь. Вот, посмотрите. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, статью нужно назвать, как я вырвался из ада. Я слушаю вот вас. Вот, этот негодяй заливной мою речь на банкете заключил чужими словами. Александр Александрович, иногда в интересах политики... Я не желаю вмешиваться в политику, я шахматист, господа. Напрасно, да. Александр Александрович, напрасно. Здесь, в Париже, политика кормит 200 тысяч русских. Я требую опровержения. Я не мог сказать, выпьем за гибель царящей в России фантасмагории. Кстати, это вы сказали, господин Чебышев. Господин Алехин, вы здесь, в Париже, уже 2 месяца. И ничего еще не сделали для эмиграции. С кем вы, Алехин? Шахматистами. С гроссмейстерами, тасс. Прочтите, пожалуйста, последние шахматные новости из Москвы. Хорошо. После речи в Париже в русском клубе с гражданином Алехиным у нас все покончено. Он наш враг, и только как врага отныне мы должны его трактовать. Николай Крыленко, полюбуйтесь. Господа, вы не видели здесь мои ручки? А, вот она. В номер статью. Хорошо. Крыленко? Крыленко? Я враг? Господа! Господа, вы же... Они же... Вы же поссорили меня с родиной, господа. Саша, тебе нужно определиться политически. Мы будем рады видеть вас у себя в редакции. Да. Просто рады. Александр Саныч, да. Простите, у вас шнурки? Да-да, я слушаю. Хорошо, всего доброго. Какое слово-то подобрал? Трактовать. Ничего-ничего. Разве ж так можно? Нет, Николай Васильевич. Нет, ты же погорячился, Николай Васильевич. Кого ты врагом объявил, а? Меня? Алёхина? Саша. Ты только подумай. Я чемпион России. Я, который перенес страдания, лишения, нужду. Я враг России. Саша, о чем ты говоришь? Вот. Вот. Ой, Эрмитаж разграблен. В Царицыне погромы. Эпидемии в Москве. Они не верят в Бога. В церквях устроили тюрьмы. Сашенька, не кляни себя за то, что ты не вернулся. Не кляни себя, ты должен играть. Ты король. Я вас прошу. Я вас прошу. Я не король. Короли бывают в бридже и на бильярде. Я художник.
Вискар? Это мой кот. Он прибежал ко мне. Сбежал от меня. Благодарю вас. Я видела вас вчера на сеансе одновременной игры. Вы показались мне согбенным старцем. Фортуна? Хорошо говорите по-русски. Да. Да-да. Это правда? Я очень рад, что вас встретил. Рады. Очень рад, поверьте. Я тоже. Герласкер, ваша отложенная встреча с Капабланкой. Я думаю, в выигрышном положении. Ага. А если бы Капабланка пошел ладьей на H8? Нет, нет, пешкой на F6. Лучше слоном на D3 вместо ладьи на G5. А, не активнее ли конь C5? Активнее, активнее. Внимание! Мы ведем радиорепортаж о втором международном шахматном турнире в Москве. С утра проводилось доигрывание отложенных партий 8-го тура. Днем группа участников турнира возложила венок мавзолею Владимира Ильича Ленина. Сотни телеграмм, тысячи писем в адрес прославленных шахматистов, сотни телефонных звонков. И это неудивительно. Шахматы играют в городах, селах Советского Союза. Шахматные кружки имеются почти в каждом учреждении, школе и институте. Вы слышите аплодисменты? Это в адрес экс-чемпиона мира Эммануила Ласкера. Неутомимого 66-летнего шахматного ветерана, не проигравшего в 8 турах, ни одной партии. Автограф. Пожалуйста, автограф. И все-таки я уверяю вас, что Ласкер... Спасибо. Каждый вечер в залы музея, чтобы проследить за напряженными поединками гроссмейстеров, приходят 4000 зрителей, а наши передачи с нетерпением ждут миллионы радиослушателей. Мы с вами в музее изобразительных искусств. Музейная тишина. 10 лет назад старшее поколение русских шахматистов не могло успешно конкурировать с корифеями Запада. Эта задача выпала на долю молодых советских шахматистов, бесспорным лидером которых стал Михаил Ботвинник. В острой борьбе проходит 9-й тур московского турнира, собравшего лучших гроссмейстеров. Впереди Михаил Ботвинник, на полтора очка отстает Флор, далее следует Ласкер,
и Капабланка. Нам задают вопрос. Почему не участвует в турнире Александр Алехин и Макс Эйве? Голландский гроссмейстер претендует в этом году на шахматную корону. И к концу этого года мы станем свидетелями. Удастся ли Алехину отстоять в этом матче звание чемпиона мира? В Москве минус 14, по области минус 16. И в заключении шахматный выпуск. Эммануил Ласкер одержал сегодня две победы. Выиграл у чемпионки мира Веры Менчик, и Капабланка сдал ему отложенную партию из 8-го тура. Ваше здоровье, доктор Ласкер. Прошу извинить. Задержался на исполбюро. Поздравляю, поздравляю. Вы умудрились в один вечер выиграть две партии. Приятно получать поздравления от руководителя советских шахматистов. Да, да, да. Я слушаю вас, доктор. Марта, извини. Вы ведь знаете, что происходит на моей родине. Я был вынужден уехать из Берлина. Мои друзья тоже покидают Германию. Уехал Эйнштейн, Стефан Цвейг. Евреям все сложнее становится уживаться с новым режимом Гитлера, с фашизмом. Так, и что же вы решили? Я бы хотел попросить разрешения поселиться в вашей стране. И именно в вашей, советской. Надолго? Навсегда. Или, по крайней мере, до тех пор, пока не кончится этот ужас. Физически в моем возрасте трудно бороться с коричневой чумой. Но политически необходимо определиться. Самостоятельно ваш вопрос я решить не смогу. Я доложу об этом правительству. Сталин? Ну, окончательно, вероятно, решит он. У меня есть предчувствие. Вопрос будет решен положительно. Ваша жена, полагаю, тоже останется в СССР? Конечно, мы думали вместе. Мы решили. Еще. Хотелось бы продолжить здесь, в Москве, мои работы в области математики. Останетесь сразу в Москве? Нет, Марта должна поехать в Амстердам к родным, сделать кое-какие дела, попрощаться. Я должен выполнить эту ее просьбу. Ну что ж, говоря шахматным языком, перед нами такая позиция. Через год в Москве состоится третий международный шахматный турнир. Сегодня на исполбюро мы решили пригласить вас, Капабланку, Флора, Эйве. Вы приедете на турнир. Я убежден, к этому моменту у вас будет возможность, я думаю, остаться в Москве. Вы приглашаете Эйве. Алехин. Алехина вы думаете пригласить? А как вы считаете? Ему сейчас очень трудно. Пьет. Растрачивает свой талант на сеансы. Да-да, чтобы заработать кусок хлеба. Значит, вы считаете, что его нужно пригласить на турнир? Он
мечтает приехать в Москву. Мечтает. Я тоже мечтал. Ждал. Верил, что он сразу вернется после победного матча. Не так просто вернуться сразу. Чемпион должен играть. Особенно чемпион мира. В шахматах он смелый, решительный. А вот в отношениях с Родиной очень робкие шаги делает. Почему так произошло? Почему? Почему я Где он был, когда цвет русской молодежи погибал на фронтах против большевиков? Он работал красным следователем у большевиков и переводчиком в Коминтерне. А когда начался трагический исход гвардии из России, где он был? Он завоевывал звание советского чемпиона, и потом ответьте мне по совести, если бы не мечта побить Капабланку, был бы он здесь? Валя, ну как же вы можете так говорить? Вы же его друг. Могу, Надя, могу. Потому что я не только его друг, но и ваш друг. И я могу сказать вам, Надя, он вам изменяет с Грейс Висхар. Я знаю. Простите. Надя, я... Простите. Что ты будешь делать? Я немного ниже ростом. Познакомьтесь, это гроссмейстер Сала Флор. Недавно прибыл из Москвы. Надя, познакомься. Надежда Сергеевна. Валя, познакомься. Валенский, поэт и репортер. Очень приятно. Ну и что там в Москве? Поразительно интересно. Вы знаете, строят, роют, пашут, концы с концами свести не могут, а к шахматам интерес необычайный. Успехи советской шахматной школы просто поразительны. Через год состоится вновь международный турнир в Москве. У меня такое ощущение, что вы в Москве чуть не умерли от счастья. Это правда. Я там женился. А коммунистом вы там не стали? Вы знаете, у меня такое предчувствие, что я прислушаюсь к пожеланиям вашего друга. Перестань брезжать, Валя. Посмотри лучше фотографии. Надя, представляешь, московский турнир проходил в здании музея, прямо на Волхонке. Перестань умиляться Москвой и Волхонкой. На Волхонке солдаты сорвали генеральские погоны с моего мужа и расстреляли его. Если я стала твоей женой, то совершенно не для того, чтобы умиляться перед участниками турниров на Волхонке. Мне тоже пора, честь имею. Всего доброго.
Послушайте, давайте выпьем. Очень хорошие фотографии. Очень хорошие, спасибо вам. Вы ничего не хотите мне больше сказать? Я имею в виду московский турнир. Меня пригласили? Вы знаете, Макс Эйви предложил мне быть его секундантом. Я согласился. Я буду играть против вас. Вы мешаете ему готовиться к матчу с Эйви. С этим голландским учителем? Алехин чемпион мира, и он ним останется. Как вы считаете, понравится ему мой новый костюм? Он не заметит его. На нем нет шахматных клеток. Алехин не только шахматист. Он доктор права. Истинный русский дворянин. Он иммигрант. Да, а я решила выйти за него замуж. Что-нибудь приснилось? Видел родную сестру Варвару. Получил ответ от жены? Пока нет. Что вы ответили Алехину? Ответила согласно. Я преклоняюсь перед вами, Надин. Если можете, забудьте его, Надин. Забудьте. Перестаньте. Как я могу забыть то, что для меня составляет смысл жизни? Забудьте. Он никогда не понимал вас и никого не понимал, Надин. Он понимал только шахматы и любил только их. Поймите это, Надин. Это неправда. Поймите. Нет, 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 Валя, правда в другом. Правда, что я ему больше не нужна. И вы не ходите больше за мной, не нужно провожать меня. Я не могу никого видеть, вы слышите меня, вы понимаете меня? Понимаю, понимаю. Валя, я потеряла в этой жизни все. Он больше не любит меня. Дорогой мой, ты чем-то огорчен? Вы мне мешаете. Не бойся. Не бойся, ты легко разобьешь этого голландца. Иди к нам. Нет, нет, благодарю. Ну ладно, сиди себе здесь,
думай, работай. Мы пойдем где-нибудь, я вернусь. Дорогие мои, пойдем в какой-то ресторан. Посидим, поговорим, пусть он думает. Фортуна, Фортуна, береги нашего чемпиона, ну? Пока. Вилла Грейвс? Алло. Да, я Алёхин. Ты должен знать, Нади больше нет. Нади больше нет. Она убила себя. И ты виновен в этом, слышишь? 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 Это ты виновен в этом. Знай, я бы тебя уничтожил, если бы смог, потому что ты убийца, ты подлец. Авеню де Полон.
Очень рад видеть вас, доктор Ласкер. Поздравляю. Превосходно играете. Отличные партии. Первая, четвертая. Спасибо. Седьмая несколько азартна. Но плохо выглядите сами. Здесь не секрет. Что вас беспокоит? Очень многое. Денежные переговоры, чужие лица. Седьмая партия. Вы имеете в виду 32-й ход? Нет. После 31-го хода слон c3. Азартно. А какой ход вы считаете лучшим? Ферзь c2. Тогда шах на f6. После ладьи g1 последует. Ферзь b2. Ладья e5. Ладья a8. И блестящий удар на... Слон а6. А6. Очень красиво. Да. Великолепно. Хочу вас поздравить с успехом на московском турнире. Благодарю. Турнир был превосходно организован Короленко. Серьезный противник Ботвинник. Но я в Москве не проиграл ни одной партии. Прекрасная у вас родина. Я ее давно потерял. Москва вызывает. Москва вызывает Флора. Благодарю. Алло, Москва, известие. Москва вызывает Флора, Чес. Партии матчей состоялись в некоторых городах Голландии. Где играете сейчас? Теперь мы в Амстердаме. Алехин выиграл первую, третью, четвертую, седьмую партию. Поздравляем. Эйве удалось отстоять лишь вторую. В качестве почетного гостя приглашен на турнир Эммануил Ласкер. Как погода в Москве? Отличная. Наши приветы Ласкеру. Всего доброго. Всего доброго. My darling. Hello. Я вам говорила, Алекс. Далеко разобьете Эйве. Мои друзья считают, что Эйве... Не стоит играть больше. Мой Чес. Я уезжаю в Париж. Хочешь, возьму с собой Чеса. Я знаю. Твой кот, твой Чес, твой талисман. Прошу тебя, Алекс. Да. Не пей. Не грусти. Все будет хорошо. Доктор Алехин, может быть, мы отложим партию? Почему? Мне кажется, вы чувствуете себя не совсем. Я чувствую себя великолепно. Прошу вас, прошу. Макс Эйве, я поздравляю вас со званием чемпиона мира. Наш Макс Эйве новый чемпион. Что с вами, Алекс? Что произошло? Такой странный, необъяснимый надлом? Этот запой? Объясни мне, Алекс. Уезжая,
Я была в полной уверенности, что ты выиграешь матч. Дорогая, я начал матч и добился счета 5-2 в свою пользу. Но потом... Мне очень трудно объяснить, что случилось потом. Перевес стал счетом Эйвей 7-5. Я бросил пить. Я уравнял в счете. Но на финише Эйвей играл превосходно. Он играл отлично. Отлично. Мне очень болит сердце. Я вылечу твое сердце. Вечером придет к нам Фуор. У него письмо из Москвы. Александру Алехину от Крыленко. Что пишут, Грейс? Приглашают принять участие в международном турнире в Москве в мае будущего года. Участвуют Капабланка, Ботвинник, Уаскер, Фуор. Мы поедем вместе. Нет! Нет. В Москву только чемпионы мира. Только чемпионы мира! Нет, нет. 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 Я брошу пить. Я брошу пить. Я брошу пить. Помоги мне, Грейс! Я брошу пить! Что-то мы долго засиделись в эмиграции, Саш. Я вот слушаю радиопередачи из Москвы и чувствую, как преображается Россия, умнеет, крепнет. Почти 20 лет я живу в этом прекрасном городе среди добрых людей. Ну и кто я? Известный писатель в прошлом, а сейчас пишу для ничтожной кучки иммигрантов. В 905 году спасал матросов с крейсера «Очаков», а в 17-м испугался революции. Убежал, как трус, ночью из Гатчины. Вот так. Ну, а ты? Революцию принял, работал в советских учреждениях, был чемпионом республики. Ну, что же тебе мешает вернуться на родину? Мне страшно, Александр Иванович. Эх, страшно. Подыхать на чужбине страшно. И все-таки страшно. Чего страшно? Меня врагом объявили. А за что? Ну, ты же сказал в русском клубе. О фантасмагории в России я не говорил. Да нет, о фигурках сказал. Сказал. Блудный ты сын. Ты уж извини меня, Александр Александрович, что я обозвал тебя блудным сыном. Но пойми меня, не вмоготу мне здесь. Наша русская литература кровью рождается там, у нас, дома. Ну вот здесь наш общий друг Бунин. Ну что он написал? Несколько небольших рассказов? Не по душе они мне. А я бы не посчитал зазорным учиться у Михаила Шолохова. Граф Алексей Толстой разве написал бы своего Петра Первого здесь? Нет. Не могу я. Не могу я так бесславно умереть. Наше с тобой место, Саш, дома. Ну что ж ты молчишь? Запутался, Александр Иванович. Посмотри. Что это?
Александр Иванович, это уже советский паспорт. Это же советский паспорт, Александр Иванович. Он. А ты говоришь, страшно. Родина простила меня. Отдай. Александр Иванович, дорогой мой. Это и твоя дорога, Александр. Я сдаю партию. Поздравляю вас, доктор Алехин. Благодарю вас. Поздравляю. Благодарю вас. Алло? Редакция «Известий», Алехин снова чемпион мира. Да. Передаю отзывы прессе. Записывайте. Что? Ищите ручку. Я вас поздравляю. Он великолепно играл. Итак, Алехин восстановил репутацию сильнейшего среди живущих шахматистов и подтвердил веру в то, что он величайший шахматист всех времен. Вот такие слова. Да. До встречи. Будьте любезны, автограф. Прошу вас. Спасибо. Да. 1920 год. Чемпионат России. Москва. Что вы хотите сказать в адрес советских шахматистов? Я хочу поздравить советских шахматистов с 20-летием октября. Более подробную телеграмму я уже послал в адрес газеты «Известия» месяц назад. Я не буду мешать. С кем вы предполагаете сыграть следующий матч? С Ботвинником. Его претендентство на звание чемпиона неоспоримо. Ничто не изменит ваших планов? Нет. Это план моей жизни. Новыми красками засверкал гений Алехина. Победы в турнирах. Матчи вслепую, игра в живые шахматы. Шахматный мир с нетерпением ожидал матча Алехин-Ботвинник. Переговоры между ними успешно заканчивались в 1939 году, но... Предварительное решение комиссии славянских стран. По делу Франтишка Милика за саботаж, расстрел. По делу княгини Голицынской за участие в террористических актах, пропаганду, расстрел. Милика расстрелять, княгиню повесить. Что еще? По делу Александра Алехина. Жалеете соотечественника? Чемпиона мира. Год назад он был арестован в форме французского офицера. Я слышал, он отказался сотрудничать с нами. Я думаю, что Александр Алехин нам будет очень нужен. Ведь недалек тот час, когда чемпион мира Александр Алехин в Москве даст сеанс одновременной игры офицерам вермахта. Я берусь организовать
этот сеанс в день победы Великой Германии. Жена Алехина проживает на севере Франции? Да, в Дьеппе. Составьте определяющий документ на место жительства Алехина в Праге. Продовольственные карточки выдавать Алехину только как участнику турниров. В таком случае, есть гарантия, Алехин будет сотрудничать с нами. Поезжайте вместе с Алехиным в Прагу. Продолжайте заниматься матчами, репортажами. Подчеркивайте происхождение Алехина. Пишите об его отце, предводителе дворянства, о его матери, владельце акций Прохоровской мануфактуры. Славянская эмиграция в Праге организовала подполье. Там много ваших бывших друзей, русских эмигрантов. Вам надлежит разоблачить их. За этой вашей операцией я прослежу лично. Хайль. Хайль. Сеанс назначен на завтра, в бывшем английском посольстве. Там теперь госпиталь. Я уже сказал, что играть больше не буду. Я отработал все продовольственные карточки. Начало ровно в 6. Приглашены офицеры пражского гарнизона. Это необходимо, Саша. Вот. Что это? Виза на выезд в Испанию и Португалию. Билет на послезавтра до Мадрида. Завидую. Как же Грейс? Грейс! Грейс будет жить в Дьеппе. Значит, завтра. Ровно в 6 не опаздывают, а немцы. Я вряд ли буду. Прощай. В России, в Москве, наверное, сейчас идет густой белый снег. Сколько досок? 32. Я буду играть слепую. Александр Александрович, стоит ли рисковать? Это же немцы. Они могут нас расстрелять. Рад вас приветствовать. Прошу знакомиться, мастер Люпи. Он будет моим ассистентом во время моего сеанса одновременной игры вслепую. Вслепую? Да-да, вслепую. Мой генерал, фельдмейстер предлагает игру вслепую. Слепую? Так точно. Слепую. Это любопытно. Вельтмейстер, почему вы решили играть с нами вслепую? Я потерял свои очки. Я буду играть против вас вслепую. Господин Алехин, мы найдем вам очки. Господин генерал, он будет сидеть к нам спиной, к нам, офицерам. Это некорректно. Нельзя допустить. Я принимаю вызов. Честь моего мундира не пострадает от этого поединка. Но имейте в виду, против вас будут 32 доски, и каждый немец будет сражаться против вас до победы. Первые 8 досок, Е2, Е4. Господину Алехину что-нибудь нужно? Да-да, будьте любезны, чаю и папирос.
Проклятая память. Вечно забываю их. Сейчас будет. Вторые D4, третьи C4. Вторые D4, третьи C4. Четвертые 8, конь F3. Четвертые 8, конь F3. Благодарю. Первая доска конь F7, вторая E7, третья B7, четвертая D6. Пятая доска пешка бьет D5. Пятая конь G5. Пятая конь G5. Шестая ферзь F3. Шестая ферзь F3. Седьмая конь C1. Седьмая конь C1. Восьмая ферзь F7. Девятая конь C5. Десятая C5. Пешка первая доска. 31-я доска. 31-я доска. Нет входа. 32-я. Конь F7. Первая доска. Первая доска. Конь F3. Конь F3. Вторая слон D2. Вторая слон D2. Третья ферзь D5. Третья ферзь D5. Конь B4. Ладья H8. Четвертая конь G3. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Господа, спокойнее, господа. Ничего серьезного. Легкий обморок. Больного в палату. Господа, 10 минут перерыв. Что там произошло? Комментатор потерял сознание. Зарябило в глазах от шахматных клеток. Как вы себя чувствуете? Каковы наши перспективы? Две ничьих, остальные выигрываем. Тогда продержусь. Сколько минут перерыв? 10 минут. Господин Алёхин, 32 партии вслепую. Это феноменально. Как вы оцениваете мое положение на 23-й доске? Партнер серьезный. Король G8, ферзь E2, ладья C3, конь D4. Господин Алехин, вы видите, что вам грозит мат в три хода. Я шахматист первой категории. Вашу жертву ферзь D1 я не приму. Ходом конь C7 я объявляю вам двойной шах, и у вас нет защиты от мата. После моего второго хода ладья H8. Мне мат? Нелепая скандальная история. Мой генерал, позвольте продолжать. Наши шансы на победу. Всего две доски, включая вашу. Вы психолог, доктор. Объясните, как может этот русский эмигрант держать в голове 2048 шахматных клеток и по 500 комбинаций черных и белых фигур и не грохнуться в обморок, как этот бедняга? Позвольте, разве годы наших славных фронтовых побед не подорвали здоровье наших людей? Будем продолжать. Господа, сеанс продолжается.
13-я доска, ладья, 8 шах. 13-я доска, ладья, а 8 шах. 14-я доска, конь, С6. Слон, Д3. 14-я, слон, Д3. 27-я доска, ладья, А3. Ферзь, Б4. 27-я, ферзь, Б4. 28-я доска, король, Ж7. 28-я, конь, Ж5. 28-я, конь, Ж5. 29-я доска, А7. 29-я, А7. 30-я, ладья, H8. 30-я, ладья, H8. 31-я доска, ферзь, А6. Мат. 31-й ферзь, H6, мат. А мат. Позвольте, позвольте, я ошибся. 32-я ничья. Первая доска, ферзь бьет H5. Первая ферзь бьет H5. Первая доска сдался. Господин генерал, вы считаете свою партию проигранной? Безусловно. В противном случае я бы не сдался. Угу. Позвольте-ка против вас сыграть черными. А ведь он сказал, что... Прошу. Ну, маэстро, вы гений. Выиграли у меня и белыми, и черными. А ну-ка, позвольте-ка, позвольте-ка. Еще раз. Вы вели себя дерзко. Вам разрешен въезд в Португалию? Вас следовало бы упрятать за колючую проволоку. Судьба закружит, как метель, собьет с пути куда-то вдаль, погонит и занесет за 3-9 земель, где от тоски душа ночами стонет, и только память, память бережет. И в трудный час твои умножит силы гусей в осеннем небе перелет. И снег пушистый, белый снег России. Нельзя врасти корнями глубоко и не войти никак в чужое русло, и хоть земля Россия далеко, но все равно ты остаешься русским. Под утро снится грива спелой ржи и васильки в нарядах ярко-синих. И видишь даже через рубежи знакомый с детства белый снег России. И, может быть, наступит день такой, когда, смахнув непрошенные слезы, обнимешь ты глазами край родной, прильнешь к земле, не чувствуя мороза, и тихо, тихо скажешь: я из тех, кого судьба песчинкою носила, а с неба будет падать белый снег, неповторимый белый снег России, неповторимый белый снег России.
Алекс! Радость! Доктор Алекс! Радость! Радость! Доктор Алекс! Война кончилась! Дайте мне руку. Да помогите же мне. Что вы сказали? Войне конец. Что? Война кончилась. Русские в Берлине. Что это с вами? Пройдет. Доктор Алекс. Это пройдет. Доктор Алекс. Русские в Берлине. Война кончилась. Это радость. Доктор Алекс. Спасибо вам. Спасибо. Подождите. Куда вы? Самая горькая судьба – это судьба эмигранта. Чужие города, чужие люди, чужая речь. Сейчас победа, а я здесь один. Да, в России сейчас великий праздник. Как бы я сейчас хотел побыть в Москве. У вас там родные? Они умерли. Друзья, знакомые? Я провожу вас. Доктор Алекс. Доктор Алекс. Записи разобранных партий я принесу вам. Да-да. До свидания. До свидания. Благодарю. Счастливо. Вас. Люби! Люби! Идите, идите. Хорошо. Так. Проходите, проходите. Что случилось, доктор Алекс? Сейчас, сейчас, садитесь. Мануэла, ужин. Будьте любезны. Нет, нет, не сюда, не сюда. Вот сюда. Что случилось? Сейчас. Сейчас. Вот. Только прошу вас, не удивляйтесь. Вот. Родина прощает меня. Да. Понимаете, у нас уже была уже договоренность с Ботвинником в 38-м году. Но нам помешала война. Война помешала. Да-да. Вот, читайте. Я вновь вызываю вас на матч за мировое первенство. Жду вашего ответа с указанием места встречи. Ботвинник, 4 февраля, 46-й год. Вот. А где вы решили играть матч? В Москве. И только в Москве. Если это станет для меня возможным. Старости. Начинаешь понимать самые простые вещи, что Родина — это твой язык, это твой народ. Неужели я снова увижу Москву? Москву. Даже не верится. Четверть века прошла. Спокойной вам ночи.
нужно играть в Москве. Только так. Это может удивить Ботвинника. Еще раз. Морта натураль.